Пролетарский, всем привет! Или рабочая крестьянская, здравствуйте! Прекрасное зимнее Зауральское утро. 27 января 2018 года. Морозное зимнее утро. Собственно говоря, морозы у нас стоят уже неделю, наверное. Так называемые крещенские. Сегодня вот более-менее была теплая ночь. Температура воздуха опустилась до отметки минус 23 градуса. Сейчас мы это с вами посмотрим воочию. А до этого стояла температура до практически 30 градусов. Посмотрим сейчас. Так и стоит 23 градуса. Мы сейчас на солнцевсходе. Собственно говоря, будет. Стало, вернее, холоднее. Днем синоптики обещают нам до 14. Но речь сегодня пойдет не об этом. На самом деле, давно ничего не снимал. Речь сегодня пойдет вот и мои старинные кони. В общем, ребята, неделю назад приобрел я дизельный китайский мотоблок с водяным охлаждением Garden Scout DE15 лошадиных сил. 15-сильный двигатель стоит, но как заявлено по мануалу, посмотрим сегодня. Вот распаковка его, хотя вот здесь вот уже вижу карандашом прописано, что стоит движок 195, хотя здесь же стоит 11.90, что ли, 2, это как бы движок, не знаю, но вот этот вот 195, это говорит о том, что значит там стоит 12-сильная модель двигателя. Вообще все это будем распаковывать и все смотреть. Значит, вчера уже я тут кое-чего посмотрел, кое-чего понаблюдал. Не видно, не видно ничего. Выйдем на свет, наверное. На свету уже будем смотреть. Так. Это у нас стоит. Скворечник под аккумулятором. Вот. Там же должен быть ключ зажигания. Собственно говоря. Собственно говоря, должен быть здесь ключ зажигания. Сейчас посмотрим с вами. В общем, привезли мне его с Ижевска. Интернет-магазина Extreme Bike 18. Да, вот тут. Тут все прям душевно посмотрено. Братья китайцы, конечно. Твое дело знает. Блуда. Стандартный набор 7 амперметр, видим, на 30 ампер китайского производства. Кнопка выключения массы. С этого стороны стоят резьбовое зажигание. Вот только ключи от него, я не знаю где. Ключи вот. Вот это вот они, два ключа. Вот как-то так. Вот сейчас у нас руки отмерзают. Вот.
Ну все, сейчас все вскроем его. Посмотрим. На свету уже. Так, в общем, сердце любого агрегата, в том числе и мотоблока, это двигатель. Двигатель я еще не вскрывал, не раскрою упаковки полностью. Так, что хочется сейчас проверить? Хочется вскрыть его. Вскрыть. Крышку бака топлива. Этого бака посмотреть. Вообще, этот двигатель выпускался на заводе. Тест. Если что мне понравилось первое, это то, что идет крышка уже пластмассовая. Но это будет крышка металлическая, если... Проблема была, что закачала. Потому что они текли все. Ну, то есть резинка тут какая-то уплотнительная кольца есть. Так, бак сухой, совершенно сухой, но фолярой пахнет, значит, скорее всего, запускался. Ну да, фолярой пахнет. Проблема с крышкой китайскими инженерами не решена. Что мы тут видим? 11.92. Так, там маркировка двигателя. Так, 15 лошадиных сил. Сейчас я посчитаю. Так, значит, серийный номер двигателя, дизельный, одноцилиндровый, мощность двигателя. Мощность 15 лошадиных сил, ручной электростартер, значит, 998 кубиков, 125 килограмм. Двадцать.
Шкив маховика есть, трехлучевый. Я так понимаю, выходной коллектор. Сюда. Здесь вот стебло видно. Где должна быть маркировка толстая. А я не вижу, ребята. Вот тут 95А в маховике стоит. И все. Все, ребята. И все. Не знаю, надо разбираться, смотреть будет. Ладно, сейчас посмотрим, покажем. Так, ребята, давайте сразу пробежимся по зипу. Значит, шло в комплекте вот два таких вот мешка. Значит, зип блока, зип двигателя. Ну, начнем. Такие китайские мешочки. Провод на фару ужасного качества, сечением 0,5, наверное, миллиметров. Раз. И включайте свет механический. Сейчас посмотрим. Всем удобно, ладно, отложим пока. Понятное горлышко. Держатель чего-то. Кнопочки фиксатора. Кнопочек фиксатора. Сцепление это низко. Закрывает. И вал опора мощности. Так. Ключи. Рожковые. 18. 15. Отвертка. Ключ рожковый 19-22. Ключ рожковый 10-12. О, 10-13. Еще какая-то планочка. Неизвестно какая. Палец, корень, одно из японки, запрос, болт, натяжитель ремня. Кстати, по болтам все идут категории 4,8, металл плохого качества. Болты. 16. 17.
двигателя к коробке передач. Три штуки. 3 на 10. Три штуки. 4. Фиксирует двигатель, как понимаю. Маленькая ручка. Масочка. Это ручка переключения рычага. Даже нет ближнего дальнего, просто включил, выключил, включил, выключил. Посмотрим. Вот все. Что касается вот этого. Убираем. Следующий зип. Выдутка. Вот такой выдутка. Нет, что у нас? Головка. Не знаю. Лунная. Летая. Колено. Резьбовое мультик. Собака как плавает, схватит. Ну, давай, тянь, снимай, давай. Вот. С одной стороны резьба, с другой называется как бы то не то шланг, то непонятно что. Потубок. Стартер. Установить кривой.